Ситуация с коронавирусом на объем железнодорожных перевозок в Азербайджане негативно не повлияла. За последние месяцы он только увеличился, сообщил CBC начальник департамента грузоперевозок азербайджанских железных дорог Эмиль Ахмедов. За январь-апрель прошлого года железными дорогами было перевезено почти 4 миллиона тонн грузов. В 2020 году за этот же период показатель уже превысил 4 миллиона. Рост в целом составил 35 тысяч тонн. В основном переводится сельскохозяйственная, пищевая, химическая, нефтяная продукция, тяжелая техника, запчасти. Ассортимент грузов очень обширен. Увеличение объемов железнодорожных перевозок, отмечают в АЖД, связано непосредственно с пандемией, ведь использование данного вида транспорта минимизирует риск распространения инфекции. На всех грузовых поездах, прибывающих в Азербайджан, проводятся профилактические дезинфекционные мероприятия. На данный момент на пограничной станции с Ираном на станции Астара установлено специальное дезинфицирующее оборудование. С его помощью проводится дезинфекция без привлечения людей грузовых поездов, проходящих через границу Азербайджана. Отмечу, что в ближайшие дни такое же оборудование будет установлено и на других пограничных и крупных железнодорожных станциях. До их установки будет продолжаться проведение всех необходимых дезинфекционных работ. По словам Эмиля Ахмедова, в период пандемии коронавируса не было перерывов и в транспортировке грузов по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс. Здесь также наблюдается положительная динамика. В сравнении с первым кварталом 2019 года перевозки грузов по БТК увеличились на 43%. Медина Гурбанова, CBC.